700 подготовленных специалистов, плюс самый большой ассортимент, плюс непревзойденная технология. Все это наш новый Tesco.com в Энфилде. Говорит директор по интернет-торговле Кен Таун. Мы собираем заказы каждый день в более чем 300 магазинах по всей стране. Но правда состоит в том, что спрос растет с такой скоростью, что эти магазины уже не в состоянии справляться с растущим количеством заказов. Поэтому мы приняли решение инвестировать в центры комплектации и открывать их в помощь уже действующим магазинам. Эти центры комплектации позволяют сфокусироваться на покупателях в конкретной точке. Вам надо вставать рано, чтобы встретиться сотрудников Tesco.com в Энфилде. Привет, меня зовут Том, я работаю пекарем в Tesco.com, и мы все начинаем готовить здесь с самого раннего утра. Привет, меня зовут Клер, и я работаю на подборе товаров по заказам покупателей в Tesco.com. Клер начинает работать в 4 утра для того, чтобы покупатели получили заказ вовремя. Я собираю заказы для своих покупателей так, как я бы собирала заказы для себя лично. Я не возьму себе плохой товар. Также я не кладу такой товар клиенту. Технология просто великолепна, на мой взгляд. Мой персональный сканер указывает точно, куда мне надо идти за товаром. И это самый простой путь обеспечить клиенту, что ему, а значит мне, надо. И пока это происходит, Шимена контролирует, чтобы все было на самом высшем уровне. Меня зовут Шимена Александра, и я менеджер по контролю за качеством в Tesco.com. Я работаю в компании уже 11 лет. Моя роль в процессе – контролировать качество товара в магазине и обучать сотрудников правильно выбирать товар, предоставлять покупателям наивысший сервис и правильно подбирать качественный товар нужной спецификации. В 6:20 утра 70 грузовых автомобилей готовы начать развозить заказы. Мы здесь собрались с водителями для того, чтобы пройти проверку и подготовиться к выезду. Мы общаемся вместе, обсуждаем доставки сегодняшнего дня и разные рабочие моменты. Технология упрощает бизнес. Но только персональный подход заставляет все это работать. Я действительно впечатлен, как люди работают, и наш подход действительно делает нас лучшими в мире. Я бы сказал, не самыми большими, а именно самыми лучшими. Мы начали думать об этом бизнесе в 1994 году. Мы работаем очень много, но мы находимся только в начале бизнеса, и у нас так много идей на будущее.